пионерском лагере завода «Точмаш» гости. Владимирские ребята тепло встретили своих сверстников из Венгерской Народной Республики. В этот день лагерная линейка была необычной. И не только потому, что в одном строю стояли ребята разных стран. На этой линейке советские и венгерские пионеры приняли письмо в защиту детей Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Сирии. Мир и солнце, счастье, смех полагаются для всех. И ребенку во Вьетнаме, и его вьетнамской маме, негритенку, арабчонку, и тебе, и мне. Всем мальчишкам, всем девчонкам наравне. Это стихотворение написал один из учеников 4 класса. 300 подписей на русском и венгерском языках стоят под письмом пионеров братских стран. Письмо протеста отправлено во Владимир для передачи во Всемирный совет мира.